товарищи, это будет самый безумный выпуск УЙО. Иисус был черным. Великолепно. О, это Алькатрас. Your madness. Я нахожусь в ковбойской церкви. Говорит, я буду бешеным бомжом. Все. Дня по сравнению с этим. Дело в том, что меня пригласили вторым оператором для съемки огроменного фильма в двух частях про американские выборы на канале «Редакция». Проехали 5 штатов, еще больше городов, сняли более 30 интервью. И это было просто невероятно увлекательно и восхитительно. Я много для вас снял. Когда я прилечу, если долечу, мне предстоит еще много чего доработать. Но, чуваки, уверен, сейчас вы погрузитесь в удивительно динамичное зрелище на ваших экранах УЙО. Свалил из России новый флаг мне в руки. Продал душу за американский бургер. Самый жирный парень на своей округе. Лечу на пикапе, ничего не волнует. Меня периодически спрашивают, как я выучил английский. И отчасти мне повезло, так как с раннего возраста моя мама запихнула меня на курсы языка. Из-за этого мне всегда было легко с английским в школе и в вузе. Но, скажу честно, я не самый усердный ученик, часто пропускал, забивал и из-за этого проворонил многие вещи, которых мне и сейчас не хватает. Но зато уже в более сознательном возрасте я начал смотреть сериалы, YouTube, играть в компьютерные игры на английском. Сначала много чего не понимал, но потом втянулся, а за год до переезда в Америку, вот вообще не зная, что я туда поеду, я почему-то импульсивно взял и пересмотрел «Друзей», «Как я встретил вашу маму» и «Офис» на английском. Да, приехав в Штаты, я все равно чувствовал себя очень стесненно, но зато мог почти свободно говорить, читать документы и так далее. Так что мой рецепт, друзья, это как можно раньше подтянуть английский, так как это может открыть вам много новых дверей. Рекомендую сделать это с сервисом Puzzle English. Puzzle English позволяет подтянуть ваш английский до нового уровня или начать изучать его вообще с нуля. Заниматься можно на любом устройстве, на компе или телефоне. Доступно приложение для iOS и Android. К тому же сейчас на Puzzle English идет Черная пятница, возможность купить безлимитный премиум доступ с супер скидкой в 50%. Вы получите все возможности Puzzle English навсегда. Десятки тысяч упражнений на развитие понимания английского на слух, грамматики, словарного запаса, навыков перевода и так далее. Вот, например, упражнение видеопазлы, которое тренирует понимание английского на слух. Вы указываете ваши интересы, сколько времени хотели бы заниматься и как часто, а приложение подберет задания под ваш уровень. Заданий на сайте более 14 тысяч, так что хватит надолго. Также есть курсы для структурного обучения. Более 1250 занятий на курсах метод тичера от уровня beginner до upper intermediate. По акции полный доступ ко всем упражнениям и сервисам без ограничений по времени обойдется вам всего в 9990 вместо 19990. Скидка 50%. Так что переходите по ссылке в описании и откройте для себя новые горизонты с английским языком. Возвращаемся к ролику. Друзья, вот сейчас я выезжаю из Нью-Йорка, полная машина вещей. Не сказать, что у меня будет огромное количество времени, чтобы снимать, но я слышал редкие жалобы на то, что я очень мало делюсь личным опытом и больше рассказываю про Америку. В этом ролике, возможно, будет очень много просто моих впечатлений от Техаса, от Вашингтона и от других мест, в которых я никогда не был. Но для начала погружу вас в процесс работы документалиста. В таком режиме я провел чуть больше 2 недель, и начинается все с того, что вы встаете в 7 или в 8 утра, и дальше у вас нет свободной минуты вообще. То есть у вас есть локация, на локации у вас ограничено время. В этом ролике вы будете много видеть Илью, этот замечательный красавчик, основной оператор редакции, я был взят как дополнительный, и если он всегда держит основной кадр, то я держу либо крупняк, либо делаю футажи. И 100% кадров города, кадров людей на улицах, и всего, что вы видите в первом и втором фильме редакции про эти выборы, снято за считанные там 10-15 минут, в которые я на рандоме бегу в случайное место города, которое мне кажется колоритным, там снимаю все, что успеваю снять за это крайне ограниченное время, и дальше у меня в личке уже есть сообщение «Ты где?», мне кидают геолокацию, и я в абсолютно новом для себя месте бегу обратно. Нет, 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 нет.
впечатление о Вашингтоне, которое прям есть, что здесь, вот если вы такой русский путешественник после Москвы и Питера, да, то здесь можно получить правильные впечатления, как вы хотели. То здесь гораздо чище, чем в Нью-Йорке, ну, как и почти везде в мире. Вот вы здесь приезжаете посмотреть на монумент Вашингтона, Белый дом и Капитолий. И между ними расстилается то, что называется молл, а в действительности это такой парк а-ля Елисейские поля. Все чистенько, аккуратненько, газоны подстрижены, здание светится на солнце, никаких вам там бомжей, сумасшедших и всякого такого. Ну, типа, чуть-чуть есть, но абсолютно в рамках разумного. И здесь, ну, прям вот все, что не есть вокруг, оно в туристическом смысле, как мы с вами привыкли и в плане чистоты, и в плане организованности. Интересная штука про Вашингтон, что город получился, можно сказать, неестественным путем. То есть его специально построили и спланировали таким образом, чтобы столица не оказалась ни в одном из штатов, тем самым дав ему преимущество. Поэтому откусили кусок, если я правильно помню, от Мэриленда и от Вирджинии, и заложили столицу. Собственно, это город-штат, он очень маленький, но при этом очень влиятельный. Вот сейчас я нахожусь прямо под монументом Вашингтона. И как будто вся остальная архитектура Вашингтона пляшет именно от этого монумента. И мне, как москвичу, очень бросается в глаза знакомый с детства имперский стиль. Понимаете, если вы вот выросли и большую часть жизни жили в Москве, вы, может, и не догадываетесь, что есть именно фишка советского правительства, которая в Москве светится, что все, что вы видите в городе, должно становиться выставкой достижений, ну вот тогда советского правительства. В Америке такое очень редко. Есть люди, которые думают, что Нью-Йорк это столица США из-за развитости города, но вот в Нью-Йорке ни на секунду нет этой московской вылизанности. Метро, которое должно впечатлять своей грандиозностью, здесь наоборот убогое, несмотря на то, что как конструкция удивительная. И вообще часто разочарование людей из России и Европы в американских городах как будто строится на том, что они не стараются тебя впечатлить. В них все было построено для каких-то своих целей, а совершенно не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. И Вашингтон не такой. Широченные улицы, проспекты, вся планировка города, особенно планировка центра города, все сделано в помпезной европейской имперской стилистике. Чтобы ты понимал, что ты в столице. Вот знаете, товарищи, если вас не удивляет набор шоколадок Вашингтон, набор шоколадок с президентами Америки, то как вам отдельные шоколадки по Трампу и Камале Харрис? Притом, я вот сейчас не уверен, я это выдумал или нет, но у меня ощущение, что я в какой-то момент видел с Байденом и Трампом. Одни, видимо, пришлось переделать, переупаковать. В Вашингтоне находится штаб-квартира ФБР. Здесь вот в аптеке продается такой сувенирный мерч. Но меня это телепортирует во времена, когда эта кепка ассоциировалась с очень конкретной группой людей в Москве. Я, конечно, в плане шизовых находок больше всего рассчитываю на Техас, но они начались уже в Вашингтоне. Вот то, что вы сейчас видите, этот мужик, он как бы поставил палатку ровно напротив Белого дома, буквально в 10 шагах от забора, в главном туристическом сосредоточении просто в Вашингтоне и самом главном, наверное, месте. И в этой палатке там не только пропалестинские флаги вокруг налеплены, а там вообще все его возможные взгляды, вот просто все его политические убеждения сосредоточены вокруг его палатки. Притом мы там были ночью, и оно было такое скромненькое, подсвернутое, а днем он вытащил все, что у него есть, все флаги, пришли какие-то еще его друзья, включили музыку, танцуют вокруг. И я выяснил у местных, что он тут круглый год. И у него буквально не то, что работа демонстрантом, у него вот такой лайфстайл. Он живет напротив Белого дома и постоянно бастует, демонстрирует, митингует. У меня только промелькнула мысль, есть ли здесь локальное пиво. Вот оно, DC Brew. Кто не знает, Washington DC – это как раз столица. И вот тут, понимаете, пиво с Белым домом сразу 5 видов. Раз, два, три, четыре, пять. Вау. И, возможно, это даже не единственное. Я здесь много вижу того, чего до этого не видел никогда.
И мы в том магазине купили пиво, вот просто потому, что оно красиво выглядит. И я начал читать, а оно-то откуда? И тут написано МД. Я не настолько знаю географию США, чтобы сразу понять. Оказывается, это штат Мэриленд. И это не Вашингтон, но он соседний. Мы до места, где пиво варится, от магазина, где мы его купили, можем доехать на машине за 2 часа. Вот это локальное производство! Чуваки, наверняка многие из вас там учатся в вузах, ходят в школы, работают на работах и встают в 7 утра постоянно. Но я, знаете, на то и свободный художник-видеоблогер, чтобы не вставать в 7 утра, дается непросто. И, конечно, неизгладимое впечатление на меня произвело республиканское ралли. Это как бы здоровенный согласованный митинг с выступлением даже рок-групп. Чуваки, это какое-то безумие. Я сейчас на ралли республиканцев. Оно здесь только начинается, но тут выступает группа Skillet. И к вопросу про утрату свободы слова в Америке, они выступают в 2 шагах от Капитолия. То есть это как если бы у нас покойный Навальный или Кац собрали бы огромный согласованный митинг с дисплеями, музыкой и всем остальным прямо у стен Кремля. И тут я пущусь немного в политику, потому что мне это необходимо, чтобы рассказать свои впечатления. Самое печальное про русскоязычный сегмент обсуждения американской политики — это то, что огромное количество аудитории реально хочет видеть месседж а-ля Задорнов. Вдохните воздухом в руки. Тупые. Мне очень печально видеть, как расходятся видосы в духе «Камала тупая левачка», «Трамп сумасшедший фашист». К сожалению, нарратив про то, что Америка завтра развалится, очень хотят слышать люди, видимо, с разными политическими взглядами. Это очень печально, надеюсь, вы не такой. Если такой, с удовольствием вас забаню. Но как раз на этом ралли очень ярко светилась главная проблема нынешней американской политики — это поляризация. Что демократы и республиканцы уже просто не готовы к диалогу друг с другом. И, как пример, есть ли жесткие проблемы с американской медицинской системой? Да. Были ли многие решения, принятые во время ковида, спорными? Да. Но на республиканском ралли обсуждается не это, а ходит мужик, изображающий злобного врача-представителя Бигфармы с огромным шприцом, и люди фоткаются с ним, ожидая выступления Роберта Кеннеди, известного антипрививочника. И, собственно, для демократов это выглядит как сборище сумасшедших, а республиканцы смотрят на демократов как на участников глобального заговора Биг Фармы. И пока они борются с друг другом, проблема здравоохранения почти не решается. Нет, слушайте, ребят, это я даже не знаю, куда записать тут. Вашингтон ни при чем, но, внимание, одноразовая камера с подводной съемкой $28. 2 одноразовые камеры просто, почти $40. Телефон-раскладуха $20. Смартфон на андроиде $30, притом 2 версии, есть еще за 40, который, видимо, вообще разъеб какой мощный. Нет, ну это сильно. Ты можешь... 13 мегапикселей камера, 2 мегапикселя фронталка. Президенту позвонить, может, нет? Это 100 пудов. Прямая линия. Я думаю, каждому президенту, даже мертвым, может позвонить. Не каждому, одному никто не может. Слушай, а не можешь узнать, здесь есть мини-джек? Если есть, я айфон выкидываю нахуй. Миш, здесь есть этот, знаешь, Ethernet. Разговор по телефону вплоть до 17 часов. Вот как раз на каждого президента хватит. Это для Макрона специально. Чуваки, сейчас у меня чудом высвободилось немного свободного времени и даже в дневное время суток. И сейчас сразу 2 потрясающих вещи. Во-первых, я зайду в метро в Америке, не в Нью-Йорке. Я слышал про метро в Вашингтоне, что оно чистое и, блядь, работает. Но, с другой стороны, мне говорили, что здесь иногда тоже какая-то хуйня происходит. Вот. И вообще в карточном домике, насколько я знаю, политик толкнул журналистку на рельсы именно в метро Вашингтона. Ну, я не журналистка, хотя блогеров, возможно, только больше хотят толкнуть.
В общем, сейчас проверим, и еду я еще в Национальный музей американской истории. Вот так. Так, я шел вроде по карте, но не смог найти нормальный вход в метро. Сейчас спускаюсь на лифте. Он очень долго едет. И, честно говоря, ощущение такое сомнительное, потому что я только сказал, что метро должно быть чистое. И вот я входа не нашел, зато рядом с этим лифтом было огромное количество бомжей. Буквально спот бомжей. Но я, видимо, туповат, потому что вход явно был где-то близко. Это магазин сувениров, который находится прям в метро. Ну, красивенькие. Продаются магнитики с разными эмоциями Трампа. У Камалы эмоций не такое разнообразие. Ну и если кто-то еще помнит Байдена, вот вам его магнитики тоже. Я на входе в Вашингтонское метро. И мне сказали, что нельзя расплатиться вот там вот телефоном в турникете, но можно купить билет в автомате и положить его себе сразу в Apple Wallet, что как бы круто, но вот как выглядит автомат. Это что за пиздец? Господи. Ну сейчас попытаюсь разобраться. Вот сейчас просто вся Америка в одной ситуации. Мне на кассе дали брошюрку и сказали, вы можете занести себе это в Apple Wallet. Я подумал, блядь, ну если можно в Apple Wallet занести, то, наверное, и в этом шизовом автомате они установили бесконтактную оплату. Ни хера подобного. Я разобрался с автоматом, оплатить телефоном не могу, физической карты у меня с собой нет, в Америке везде Apple Pay принимают. В итоге я спросил у сотрудника, оказалось, параллельно существует система, что ты можешь прямо через приложение Apple Wallet купить себе карту. Какого-то хера они чарджат те же $2 за получение карты, при том, что она не физическая. То есть они за несуществующую карту чарджат столько же, сколько, блядь, за существующую. Но проблема в том, что у меня в американском метро с американской картой просто не проходит оплата. Я не знаю почему. Пойду поменяю сотку баксов в Five Guys, чтобы попасть в это гребаное метро. У меня до закрытия музея меньше часа. Так, ну и с помощью, очевидно, чуда господнего, а на самом деле моей невероятной смекалочки, я таки заплатил налом. Купил воду за $3 и оказался в метро. Оно мне нравится. Оно чистое, оно дешевле, чем в Нью-Йорке. Я вот сейчас реально оглядываюсь, ну здесь вообще прям хорошо. И если вам кажется, что ну это логично, чувак, ты в центре очень важного города, здесь и должно быть как бы все чисто в метро. Кстати, оно тут тоже прямое и понятное, и поэтому логика того, что куда идет, едет и останавливается, и как, какая индикация для этого есть, такая же, как в Москве, что, конечно, очень упрощает жизнь. Заходим в поезд. Ну, офигеть. Ну, я такой чистоты реально с Москвы не видел. Вот так вот выглядит само метро. Ну тоже, да, вот исходит из центра и расходится по сторонам. Сложно не ассоциировать с Москвой. И вот, собственно, в центре все главные достопримечательности. Но, ребята, обнаружен минус метро Вашингтона. Я проехал две станции. То же самое абсолютно. Походу, знаете, вот, блин, поезда нравятся, красивые. Но вот я проезжал одну станцию, вторую станцию и третью. Дизайн почти одинаковый везде. Ну вы чё? Вот знаете, я когда еще только изучал вот этот автомат, я подумал, ну неужели здесь до каждой станции доехать по-разному стоит? Подумал я, какой-то бред. Потом вижу, там типа как будто фиксированный amount, и мол положить 4 бакса, это наверное несколько поездок, но нет. Ты прикладываешь карту на входе и на выходе, карта вот такая, похожая на нашу тройку. И исходя из длины твоего маршрута, он считает, сколько ты должен заплатить. Я сейчас заплатил 2.75. Блин, я забыл, это, наверное, меньше, чем в Нью-Йорке, но я проехал две станции. Для двух станций это, блядь, дорого. То есть проехал бы я 4, это было бы еще дороже? Че за пиздец? При том, что еще фи на саму карту 2 бакса. Ну, карточка хорошая, красивая. Вот. Вот такая. Удивительный эпизод. В какой-то момент я заметил Liberty Bell. Кто не смотрел, как я встретил вашу маму, там был эпизод, где они очень много проехали, чтобы лизнуть колокол свободы. Я не мог не сделать то же самое. Пришел, лизнул,
А потом узнал, что это вообще не тот колокол, и я просто лизнул какой-то рандомный колокол. Американцы вообще очень хороши в создании музеев. И наверняка есть какие-нибудь плохие, но я пока был только в шедевральных. И я сейчас в разделе именно изучение, так сказать, что у американцев на столе. И вот здесь конкретно уголок истории пива в Америке. И вот это вот все старые банки, прикиньте, просто столетний Budweiser. Ну ладно, не столетний, 50-летний. Но это очень круто. И посмотрите, в контексте истории еды показана куча всего старинного и выстроен даже такой вот своеобразный американский как будто домик, в который нельзя зайти, ну вернее конкретно кухня и обеденный стол. И как это очаровательно, как это миленько. Много книжек по готовке. И в том же музее история американского мореходства с безумно красивыми здоровенными моделями. И также одно из сильнейших американских фишек – признанием своих ошибок. Смотрим внимательно. Не понял. Блин, у меня 6% на телефоне, не могу не снять. Здесь аттракцион, который кривожопо работает немного, но суть в том, что здесь вот это, откуда посетители этого музея, здесь раздел про то, что это нации иммигрантов, и здесь интерактивная игра, ну как бы интерактивный экран про то, где ты родился. Он спрашивает, где родились твои родители, потом где ты родился, и что-то будет, сейчас я потыкаю без телефона, потом вам расскажу. Блин, наверное, вам не очень хорошо видно эти точки, но здесь они по всему миру рассыпаны. Люди указывают, откуда их родители, дедушки, прадедушки и так далее. Оно постепенно сменяется и показывается, как бы сколько поколений назад кто переехал. Очень круто. Сейчас уже вечер, товарищи, но я расскажу вам, чем кончилась та история с музеем. Понравилось мне метро в первый раз, проехал я без происшествий две остановки, зашел в него второй раз, и оно, блядь, сломалось. Ну, конечно. Ну, не могло же метро в Америке меня просто однозначно обрадовать. Ну, просто вот я на нем хотел проехать две остановки туда-обратно один раз в столице, буквально в, типа, двух шагах от Белого дома. Нет. Просто один поезд стоял на платформе, то есть он был полный людей, потом в какой-то момент объявили: «Выходите, все нахуй вышли», после чего у всех остальных поездов, которые должны были прийти, время прибытия заменялось на слово «delay», то есть задержечка. И все, я в итоге так простоял в метро 10 минут, мне всего было идти 15 минут, и для меня вот в обычное любое время не проблема пройти 15 минут. Но в этот раз я заебался, я каждый день с 7 утра на ногах бегаю, я себе мозоли натер, блять, я не хотел это идти, в итоге я это шел пешком, а за вход в метро с меня все равно списали деньги. Вот эта система охеренно умная, которая видела, что я вошел и вышел на одной и той же станции, все равно списала с меня деньги. Ну просто, Вашингтон, сука, отдай 2 бакса. Но, конечно, что очень бросается в глаза в Вашингтоне, то насколько он похож на Москву. Вот не знаю, будет ли передавать это футажи, которые я наснимал, но здесь просто имперского стиля гораздо больше. Здесь именно вот такого, к которому я привык. Широкие улицы, широкие тротуары, часто очень монументальные здания. И то есть в Нью-Йорке тоже много монументальных зданий, но вообще в другом смысле. Ну и в общем, мне город очень понравился. Да, здесь тоже есть бомжи, да, здесь тоже есть там демонстранты, сумасшедших. Не, ну кто-то орал, но особо сумасшедших я не видел. Но в общем, город отличный. И я бы сюда с удовольствием приехал вот свободно, по тому же музею прошелся бы полноценно, потому что я там за 40 минут успел обойти 1/3 первого этажа. И в самом городе я бы супер потусил, интересное место. Но, конечно, жить здесь, если ты не относишься к местному бизнесу или к правительству,
наверное, незачем. Ну и, конечно, впечатление, которым я не могу не поделиться про Вашингтон, это что он доказывает то, о чем я и так очень много думаю в Нью-Йорке, что свобода не равна говну. То есть, если в вашем штате, в вашем городе, в вашей стране можно людям проявлять себя как угодно, вы против любого насилия над любой личностью, неважно, он там бездомный, человек с ограниченными возможностями, какой у него национальность, какое у него вероисповедание, вот если вы для всех готовы дать полную свободу, это не значит, что нужно разрешить людям срать на улице и выкидывать мусор прямо под себя. Собственно, Вашингтон, можно было бы сказать, что он это доказывает, но у него очень маленькое население, все-таки серьезная доля тех, кто там живет, это люди, которые либо связаны с правительством, либо с какими-то еще административными штуками, то есть еще и население этого города очень специфическое, но у меня была очень большая надежда на республиканские штаты, потому что там-то должно быть строго, без всякой вот этой вот либеротной хрени, улицы должны быть вылизаны, все должно быть четко, но все оказалось не так. Так, короче, жестко самые первые впечатления от Техаса. Конкретно мы в Хьюстоне, сразу выходишь из аэропорта, охеренно огромная магистраль. Притом мы по этой магистрали вперед ебашили 20 минут, естественно, конца и края не видно. Она расходится на разные другие магистрали, тоже там куча каких-то приколов, типа у американцев нет фонарей, но есть немного светоотражающее покрытие, и такие вот светлые точечки, которые тоже отражают свет от фары, таким образом у тебя такая как будто вот звездная дорога перед тобой расстилается, много всяких ёбнутых фастфудов, которых я никогда до этого не видел в жизни, и первое необычное, что видел, это драйв-фру аптека, то есть вот как в Макдональдсе есть эта штука, где ты на тачке проезжаешь, получаешь заказ, такая же есть аптека God Damn. Еще мы сейчас приехали, время 11:10, мы попытались найти 24-часовой магазин здесь, любой просто рабочий, до ближайшего 6 километров. Еще отель предлагает Библию и книгу мормонов. Ну такая, как будто упрощенная версия. Это, конечно, ужас. Немного повафлив в отеле, в центре города, мы попытались найти на карте, уже вот в доступности на автомобиле, магазин. Нет, Ара, нету. И поэтому мы едем в CVS, это типа аптека, но там как бы есть вся херня. Но вот буквально все, что нам было... Нам сначала нужно найти тачку. Блять. CVS это аптека, но там есть буквально все. Мы бы с удовольствием оценили в 12 ночи техасский супермаркетный колорит, но, к сожалению, таких предложений нет. Все закупились продуктами в Walmart, никому ничего не надо. Ну и справедливости ради, у меня есть предупреждение про республиканские штаты, что здесь должно быть чище и строже. Соответственно, вот должна пресекаться любая какая-то херня, которая в Америке очень норовит произойти. Мы вышли из отеля, сделали 3 шага, просто заглянули за угол, женщина ссала прямо посреди улицы. После этого ее компаньон тоже зашел за угол, такой, ну как, у тебя дела, мол, все нормально. Вот, она закончила свои дела, оставила, собственно, испражнения на тротуаре, и они пошли под ручку дальше. Ну, что-то... Ну, не Нью-Йорк, конечно, но я чуть-чуть другого порядка ожидал. И вот, товарищи, мое главное разочарование. В республиканских городах страшно. У меня нет ангажированности в сторону одной из партий, мне не нужно ни вас агитировать, ни сам я голосовать не могу, но это было ужасно. То есть, понимаете, я живу в Бронксе, в Нью-Йорке, который считается плохим районом. И как здесь проявляется то, что это плохой район? Я могу ночью выйти из метро, около метро будут стоять какие-то наркоманы и бездомные.
стремновато ли мимо них проходить? Ну, не очень приятно, но не то, чтобы я испытывал страх. Почему? Потому что на улице, как правило, много людей, где-то стоит полиция, и в принципе, да, этим людям не очень повезло в жизни, но они находятся среди еще кучи других людей, и в Нью-Йорке блеск и нищета часто оказываются прямо на одной улице. Вы можете на Уолл-стрит увидеть человека, который выходит из небоскреба и садится в свой Майбах, и у него там каждая пуговица на костюме стоит $500,000, и прямо рядом с ним бездомный курит крэк, вот в метре друг от друга. Но в республиканских штатах создается впечатление, что они просто отодвинули от себя всю чернь. Сами обеспеченные люди закрылись в машинах, а все, что на улицах, это одище. То есть эквивалент этого примера с выходом из метро в Бронксе, мы в Техасе не остановились на нескольких заправках, мы хотели купить там себе попить и сигарет, потому что вы едете по абсолютно безлюдному городу, в темноте стоит подсвеченная заправка, и на ней два чувака сыпят себе какой-то порошок в газировку. Вокруг ни души. У вас именно полное ощущение, что остановившись там, вы станете абсолютно беззащитны. И да, большая часть людей в таких штатах вообще не в городах живет, а живет вот в отдельных домах в субурбиях, чтобы еще дальше спрятаться от вот низких социальных слоев. Да, мы-то американский средний класс, но это объясняет, почему большинство городов, даже в красных, то бишь республиканских штатах, в них города синие, то есть демократические. Потому что, находясь внутри него, у тебя создается ощущение, что это неправильно, что мы вот социальный слой, который зарабатывает меньше, чем средний, просто отделяем от себя, делая вид, что проблем нет. Чуваки, это подарочная карта на обед в Чик-фил-э. Это фастфуд. Если не смотрели мой ролик про аналоги Макдональдса в Америке, смотрите обязательно. Но в том, что в Чик-фил-э, мне кажется, почти нереально поесть на $10. Я вообще не понимаю, в чем понт. Судя по количеству, может, это типа до инфляции еще добавили. Ну, то есть представьте, это как вам подарили бы купон на 150 рублей в Бургер Кинг. То есть, во-первых, вопрос, что вы должны быть за человек, чтобы вам такое подарили. А во-вторых, ну технически что-то там купить на эти деньги можно. Но будет ли это прям обед? Ну так, ну детский может. В ковбойской церкви, типа христианская церковь для ковбоев. Я, наверное, сплю, я просто не в реальности. Я сейчас в Техасе, за мной пасутся коровы, с другой стороны ковбойская церковь, в которой было интервью с ковбоем-пастором, который убежденный трампист, и именно в самой глубине Дилулуленда, где демократы-марксисты. Обожаю, обожаю. Главное не проснуться. И насмотревшись на людей с разными политическими взглядами в Америке, вот эта вот разобщенность и поляризация, она светится только ярче, и это, конечно, страшно. То есть нам это знакомо, по примеру, с Россией, но у нас-то медиа монополизированы, а у них, когда, казалось бы, есть доступ к разным источникам информации и в телеке, и в интернете, и вообще где хотите, хоть газеты читайте, там тоже будут разные мнения, люди все равно живут в параллельных реальностях. И если в случае с людьми образованными, там вот мы разговаривали, что с республиканскими адвокатами, что с демократическими экономистами, там все-таки разговор про какие-то конкретные вещи, и я думаю, если посадить их поспорить, то они пришли бы к каким-то, ну вот, выводам, которые понятны им двоим, и реально, знаете, нашли бы, что называется,
middle ground, какую-то общую почву, могли бы в теории о чем-то договориться, то в случае с людьми более простыми это очень печально. Например, логика этого пастора из ковбойской церкви была просто потрясающая, что, во-первых, Камала Харрис, она коммунистка. Я думаю, всем, кто понимает, что такое коммунизм, это просто смешно, но он правда в это верит, уверен, что он, что такое коммунизм, искренне не знает, но думает, что знает. А коммунисты, они атеисты. А мы, Америка, нация христиан, и это наша уникальная черта. Да, хорошо, что Америка единственная христианская страна, а то их так мало. Так вот, и соответственно, есть те, кто за Бога, а есть те, кто против Бога. И несмотря на то, что сам мужик был очень приятный и дружелюбный, я с трудом могу представить, как бы он нашел общий язык с представителем других взглядов. Но несмотря ни на что, спасибо христианам-ковбоям, что подарили мне грейпфрутовый сквирт. Чуваки, сегодня лучший день в моей жизни. А какие вы сувениры привозите из путешествий? Но несмотря на то, что связанные с политикой вещи меня скорее расстраивают, сам Техас меня безумно обрадовал. Вот если в остальной Америке я бы советовал посещать конкретные города, то есть там Нью-Йорк, Вашингтон, интересно, но пригороды не очень, Техас я советую целиком. Едьте в любое место, и в отличие от всех остальных мест на планете, это полностью оправдывает все стереотипы, что вы о нем слышали. То есть вы там приезжаете в какую-нибудь, что Индию, что, не знаю, Сербию, любую страну мира, зная какие-то стереотипы, и понимаете, что, блин, все не так просто, все не так однозначно и так далее. В Техасе все именно так, как вы представляли. Люди реально ходят в ковбойских сапогах и шляпах. На каждом шагу реально барбекю, реально есть лифт-ап-траки, которые сами по себе огромные. Огромные. В них еще дополнительные колеса, на них еще наклейки про свободу ношения оружия. Все, полный комплект. Техас это супер уникальный колорит, и мне очень пришелся по нраву техасский патриотизм. Если вы об этом немного слышали, то вот вам деталь, которая показывает масштаб. Техасцы обожают даже форму своего штата. И вот вам, например, вафельница, которая делает вафли в форме Техаса. Нет, чуваки, меня ничто так не радует, как то, насколько Техас оправдывает свою репутацию. Это ковбойские ботинки для детей. Есть розовые, есть со всякими этими рюшечками, висюлечками. Вот вам подписаны размеры ноги, какой у вас, какой вам детский сапог надо купить. Это просто, это чудо. Собери их всех. Ну и, конечно, не сомневайтесь, что для взрослых выбор будет еще больше. Оу, дэм. Брелок за головой змеи. Но... ну, можно стать еще брутальней каким-то образом? Мне кажется, уже никуда. Но, один раз увидев, я не уверен, что хотел бы еще раз оказаться в Техасе. Потому что мои представления о республиканских штатах, как о супер вылизанных и чистых местах, он не оправдал совсем. Да, повторюсь, что колорит потрясающий. Возможно, есть какие-то еще природные места, которые я бы посмотрел. К тому же, что штатов таких много, и мест там интересных тоже много. Но это точно не та Америка, которую я люблю, и из того, что я бы хотел увидеть своими глазами, это распиаренный, в том числе выпуском Дудя, который вышел как раз во время нашей командировки, Остин. Одно из самых стремительно развивающихся мест в Америке, сосредоточение удивительной прогрессивности посреди техасской консервативности. Может, как-то у меня и получится это сделать, но не в этот раз, а сейчас мы направляемся в Сан-Франциско. Я ехал туда с ожиданиями Failed City, то есть города, который проиграл и не получился. Вот как раз засилье этой либероты, которая дала права и свободы всем низшим социальным классам и превратила город в помойку. Давайте посмотрим. И мы прилетели
прилетели в Сан-Франциско позже, чем надо было. Там были проволочки со всем, чем можно. И самолет задержали на час из-за того, что там была сломана лампочка, и свет стробил. Там, благо, не было в салоне эпилептиков. И пока я грею себе лапшу в микроволновке, потому что я, черт подери, в Америке, и они не располагают чайниками вообще никак. Я не собирался сейчас ничего записывать, но важное первое впечатление. Я ожидал, что в республиканских штатах будет жесть чистота. В Сан-Франциско должна была быть жопа, потому что все об этом говорят, что, мол, нет таких городов, в которых вот такая же задница. Блять, у меня вытекла в микроволновку жидкость из копну удался, сука. Так вот, вот очень плохая репутация у Сан-Франциско в плане бездомных и всего такого. И вот пока что, потому что мы просто проехали от аэропорта в даунтаун, и понятно, что это не объективно, но в республиканских городах мы видели гораздо больше какой-то херни на улицах, то есть там бездомные, мусор и всякое такое, чем в Сан-Франциско, у которого настолько плохая репутация. Я вам запишу больше подробностей, когда почищу микроволновку, посплю и проснусь. Wish me good night. Сразу сделаю сносочку. Да, я буду хвалить Сан-Франциско. Мне он прям понравился. Есть у города изначально преимущества, которые сложно обойти. Это география и застройка. География. Он находится прямо на берегу океана. Берег там безумно красивый. Сам город гористый. Из-за этого куда ни посмотри, хороший пейзаж. А застроечка, застроечка по большей части ретро. Ветровая, старенькая, сохраненная. Сан-Франциско не хотел становиться здоровенным мегаполисом с огромными башнями, и поэтому он такой уютненький, прекрасненький. Но об этом всем позже. Давайте сначала все-таки покажу вам что-то ужасное. Все-таки нужна либеротная помойка в этом выпуске. Ну вот сейчас мы приехали в тусовый район Сан-Франциско, и здесь все как по учебнику. Здесь все-таки есть орущие сумасшедшие, какие-то странные бомжеватые люди. И еще, что тоже очень характерно для прогрессивных городов Америки, натуральные социалисты. Вот пока многих демократов называют социалистами, и что, мол, Харрис марксистка и все такое, нет, вот есть настоящие социалисты, всамделишные. И чудом у нас получилось забежать вот в такой вот стрит-фуд. Тема такая, что он исключительно стрит, то есть это, что называется, тейк-аут, то есть просто окно. И это именно то же, что характерно. Ну, у меня ассоциация с демократическими штатами, но вообще для Америки, что какое-то безумное смешение культур. Я есть не буду, дороги. И это вообще корейское заведение, но здесь в том числе есть корейско-мексиканские тако. Ну и вообще, по-моему, заведуха выглядит стильно. Вот в Техасе много чего хорошего есть, такого нет. Это Илья, оператор. Ему очень плохо я сегодня. Очень хочу есть. И он спать. И он начал очень хотеть есть примерно полтора часа назад. И после этого, после длинного ряда пиздецов, у него в руках те самые такос. Вот честно, я сейчас как бомж местный готов уже сесть на улице с этим мешком и отбиваться ногами и руками от любого, кто пытается ко мне подойти и что-то у меня из еды стыд. Я еще буду на людей нападать и просить у них еды еще больше. Этот же человек в Гарлеме отдал пол тарелки своей еды просто рандомному бездомному. Да, это было тоже ужасно, потому что я был примерно в таком же состоянии. Мы ехали полтора часа из Брайтона в Гарлем за рулем по пробкам. Я надеялся на эту курочку, она была еще теплая. Я прям, ты знаешь, я мечтал об этом больше всего в тот момент, но чувак подошел, и у меня был первый инстинкт просто отдать ему еду, чтобы он от меня отвалил. Вот такой он добрый. Теперь говорит, я буду бешеным бомжом. Вот что Америка делает с людьми? Буквально неделя прошла. Не Америка, да. А республиканские штаты. Ну, честно говоря, в Техасе тоже херово. Так что я не знаю, где хорошо. Так, это какой-то супер мексиканский поп, то бишь газировочка. Мандарин и тамарин. Тамарин, мандарин. Что такое тамарин? Это
знаешь, не задавай лишних вопросов. Понял. Но, короче, я слышал, что для нью-йоркцев это экстра опция вот того, что они брали по дороге в школу. Я взял себе селедку под шубой. Это какие-то корейские роллы изъебистые, которые прям с мясом. Damn, и далеки от обычных. Крутой чик. Крутой чик. Ну, выглядит как бешеный стритфуд, абсолютно гастритный. Соус протек в пакет. Сейчас Илья в белой куртке вообще кайфанет жестко. Бельмень, яйцо, тут же жареная курица а-ля KFC, но я так понимаю, не как KFC, все это на рисе. Здесь у товарища Игоря, ну, что-то с сыром. И это корейско-мексиканские тако. Pure madness. Не, ну, конечно, как и в большом количестве случаев, стритфуд, значит, это нужно есть редко. Вот реально, все эти истории про 300-килограммовых американцев берутся, если такое съедать часто, ну или, по крайней мере, доедать порции. Ни один из нас из троих не доел то, что было предложено, но суши с мясом офигенные. И, честно говоря, вот это, мне кажется, можно есть каждый день и не умереть. Роллы с мясом. То же самое, то, что я показывал у Игоря с сыром, там под этим мясом, которое приготовлено в корейском стиле, такое вот томленое в своеобразном соусе, там картошка фри. То есть смешение всего со всем, да, то есть мексиканцы тоже не накладывают так много сыр. То есть это Tex-Mex, то есть American Mexican, то есть это Korean American Mexican Kitchen. И, блин, это вообще супер интересно. Самое главное во всем этом, что из всего этого многообразия, вот этой вот и курицы в панировке, и этого странного мяса, и тако, это все отлично сочетается. И вот знаете, безусловно, я рад, что в какой-нибудь там Италии, если вы попросите дать там к вашему спагетти кетчуп или ананасовую пиццу, вас избить могут за это. Сохранение традиции — это часто хорошо. Но то, что в Америке все ровно наоборот, рождает иногда у удивительные вещи. Кстати, вот эта вот здоровенная башня, она, несмотря на то, что однозначно небоскреб, она была построена с логикой не начинать нью-йоркизацию Сан-Франциско. То есть она вот такой вот конусной, можно сказать, формы, именно для того, чтобы на улице оставалось максимум солнечного света и нью-йоркизация не происходила. Но это, наверное, реально самая высокая точка здесь и выглядит прикольно. Специально записываю фрагмент в самом опухшем состоянии в 9 утра. Ни хера не спал, но, короче, про Сан-Франциско. Мы здесь уже какое-то время находимся, и я таки нашел места с бомжами. Есть то, что вот показывали по телеку, и все говорили, насколько это злачное место. Во-первых, не более злачное, чем Нью-Йорк. Я думаю, что это связано с тем, что просто в Нью-Йорке этот хаос давно, здесь он появился после ковида в таком количестве, и поэтому всех шокирует. Но, может, я промытый соевый либераха, но сам по себе город гораздо живее. И меня, честно, ужасает это в Америке, но в наиболее приятных местах наибольшее количество именно трэшовых бездомных. То есть, опять же, я проникаюсь этим американским майндсетом про то, что это все-таки люди, которых выплюнула система. Далеко не все они просто ленивые, там, сами виноваты и все такое. То есть с многими из них произошел ряд ужасающих ситуаций в жизни, а порог входа в американскую жизнь очень дорогой. И, соответственно, они не могут просто дотянуться до этого порога, и типа разница между тем, чтобы жить на улице и делать там $3000, при том, что ты еще должен выглядеть презентабельно, ну, это довольно большая разница. Но, короче говоря, мы вот вчера были как раз в самой тусовой части города, она офигенная. Она очень живая, какие-то крутые заведения, очень красивые люди, модная публика, стильные улицы, музыка играет. Короче, офигенно, реально, атмосфера здесь супер. Но там же сосредоточение вот всех этих бездомных и всего такого. Совершенно не подтверждая историю про то, что Сан-Франциско, Failed City, вообще здесь жопа полная. Здесь вот как раз, я так понимаю, есть несколько районов, в которых трэшово выглядит ситуация местами. Но не более того, Нью-Йорк гораздо больше. Более трэшовый.
красивый этот трамвай, это просто с ума сойти. Ну и про погоду, конечно, может она не весь год такая, может реально большую часть времени 20 градусов, всем хорошо. И сейчас просто тут в октябре летняя жара. И к слову, я сейчас на вершине. Посмотрите, в каком охеренном месте находился Алькатрас. Вон он маленький, и вон у меня его на камере видно. Сейчас сфокусируюсь, вот, да. То есть, понимаете, эти вот знаменитые двое чуваков, которые сбежали из Алькатраса и переплыли на лодке, они переплыли вот в эту красоту. Охереть, прикиньте, тут в тюрьме сидеть и смотреть на это каждый день, как дополнительная пытка. Зацените, насколько красиво сделано на вот этой набережной. Информация о поверхности дна. Вот здесь лежит песок, можно крутануть, и будет вот такое вот шоу. Вау! Красиво! Сейчас здесь, на углу улицы, стоит палаточка с мерчом Трампа, и здесь же мерч Камелы. И суть в том, что у Камелы там есть пара интересных, типа с логотипом Конверса, но посмотрите вот на это. Также вот это, по-моему, великолепно. Вместо Лос-Анджелеса Трампучи, вместо Голливуда, вернее, Трампучи, вот этот сейчас замечательный, даже не знаю, что сказать, постер я тоже вам подсниму. И я спросил, при чем здесь очки? Так вот, это был Гуччи, а стал Трампучи, господи. А вот и виновник торжества собственной персоной. Боже, gorgeous. Вот я хожу в спортзал, чтобы однажды сделать такую же фотографию. Главное, чтобы лицо было другое. Боже мой. Да, и вот у Камелы, наверное, самое прикольное, это переделанный логотип Конверсов, потому что она их часто носит. И здесь вот знаменитый американский постер, который вы наверняка знаете, и который я не могу вам показать из-за ветра. Но, как видите, погода против демократов. Кто бы сомневался. Сейчас выскажусь ни разу не объективно, но зато очень искренне. Все хуйня по сравнению с этим. Вот это место рядом с Golden Gate Bridge и вообще длинная набережная, которую мы сейчас проезжали, это так восхитительно, это просто пиздец. По-моему, нет ничего красивее, чем когда город находится там же, где горы, а здесь еще и море, горы с двух сторон, великолепная архитектура, мосты. Блять, насколько хуже Лос-Анджелес. Вот, ну, тоже понятно, субъективно, Лос-Анджелес в 100 раз хуже. Нью-Йорк с природной точки зрения вообще другая песня, вообще не то же самое, гораздо менее комфортно. Здесь, как тут хорошо. Это просто, вот реально, если в какой-то момент у меня будет неприлично дохера денег, я не знаю, буду ли я вообще выбирать между какими-то еще местами и этим. Пиздец. Я не пытаюсь перехваливать, я не преувеличиваю, у меня полное ощущение блесса. Я не досыпал последнюю неделю, я себя физически чувствую хуёво, здесь невообразимо круто. Не, ну просто представьте, друзья, что вы вот это вот не на Ютубе видите, а вы просто что-то вот недельку работали на своем айтишном стартапе там очередном, да? Ну сколько-то заработали? Вам там ваши 10-12 тысяч долларов в месяц как-то маловато. И вот вы просто выехали сюда, ну просто уже отдохнуть. Посидеть на вот этих лавочках, значит. Вот может вы даже там живете где-то в этих вот домах или вот в тех вот домах. Да, и просто вот здесь как-то, ну походить, погулять. Ну, отдохнуть, что ли? Конечно, камера до конца не передает. Здесь еще супер свежо. Во всем городе Сан-Франциско пахнет клево именно свежестью. В Нью-Йорке иногда такое тоже можно поймать, потому что тоже океан-то близко, хотя и другой. Но разница колоссальная. Не, я, конечно, влюбился в этот город вообще. Мне очень понравилось. Не, ну просто посмотрите, что у меня в кадре. Ну просто вообще с ума сойти, я как будто открытки делаю.
Блин, вот сейчас уже съемки закончились. У меня раньше всех самолет. И есть пара часов погулять по Сан-Франциско. Я сейчас уехал от даунтауна, ну что у нас бы называлось центром, но это географически просто не центр. Вот уехав чуть-чуть подальше, я пытаюсь найти там всякие кадры на улицах, чтобы доснять всяких футажиков. И очень мало людей. Вот сейчас суббота, реально все чилят на пляже или где-то еще. Но здесь, ну не то что загородное ощущение, но ощущение такого прям тихого городка. Несмотря на Силиконовую долину, все это там гиперразвитие, беспилотные такси и все в этом духе. Конечно, интересно. Очень милое и очень уютное место. Еще с этими частными домиками. Вот такой шикарный парк на горе. Вообще ландшафт удивительный. Прелестно. Одна из достопримечательностей Сан-Франциско называется Painted Ladies. И это вот такие вот замечательные домики. Каждый вот со своим каким-то очень особенным дизайном. И вот они стоят в рядок. И за счет того, что на горке, они наискосок. Я, к сожалению, не могу вам их из-за этих деревьев нормально издалека снять, но эти конкретно домики стали известными из-за того, что стоят в рядок и стали достопримечательностью, потому что они еще напротив крутого парка. Но так-то здесь в районе большая часть домиков, они именно что вот такие. И там в окнах видно, что они реально жилые, и здесь живут какие-то коренные сан-францисчане. Очень круто. И знаете, еще забавная тема про Сан-Франциско, что вот в Нью-Йорке настолько давно не меняли дизайн составов метро, что он успел состариться, стать классикой и теперь ретро-крутой. То есть визуально, как выглядят поезда метро в Нью-Йорке, мне супер нравится. Здесь то же самое, только на максималках. В городе два вида трамваев. Один на канате, пропущенным под улицей, и который выглядит не то что ретро, а просто доисторически. А второй именно ретро-ретро, в самом охеренном смысле, еще старше нью-йоркского метро. Очень красивое, такой вот, такой красивый обмылок. И это мега круто. И то же самое, вот что прям уже странно, распространяется, например, на полицейские тачки. То есть что в Нью-Йорке, что в еще многих местах, увидеть вот этот самый легендарный Ford Crown Victoria практически нереально, ну потому что очень старая машина, безусловно, легенда, а вот здесь их почему-то много. Притом, опять же, ну, можно подумать, что Нью-Йорк богатый штат. Калифорния, жесть, какой богатый штат. Это, если я правильно помню, она, если от Америки отделиться, будет третьей экономикой мира сама по себе. И плюс в штатах, которые гораздо менее богатые, там полицейские давно на чем-то более новом ездят. К тому же, ну, мне кажется, обслуживать какой-нибудь там Chevrolet Bolt его дешевле, чем Crown Victoria, даже просто учитывая то, сколько этот Crown Victoria бензина жрет, там старый двигатель. У меня ощущение, что здесь-то делают тоже из соображений сохранения ретровости и вот какого-то кайфования от американской автомобильной классики. Если здесь есть какие-нибудь эксперты по Сан-Франциско, напишите, так ли это или реально деньги жмотят. Еще прикольная фишка, здесь часто названия улиц вот таким вот образом выбивают прямо на бордюре перед дорогой, и таким образом ты можешь понимать на углу, какой ты находишься и вообще куда ты идешь, что часто бывает очень и очень удобно. В Америке возможно все. Это демонстрация, сообщающая нам, что на самом деле Иисус был черным, а не белым. Внимание. Я ничего не могу поделать с тем, что я Европа-дрочер. Мы вот сейчас в, ну, считай, последний съемочный день. Мы закончили большую часть съемок. Мы сидим вот в такой вот улочке в Сан-Франциско. Это Little Italy. И в Нью-Йорке она тоже есть. Но она какая-то гораздо более людная, более высокие здания каменные. И нету настолько домашней атмосферы. Типа, не, ну понятно, что это как бы не Европа, что это весьма по-американски выглядит, но именно уютность маленькой улицы, какое-то крафтовое пиво, я вам описывал, что оно везде свое, и вот здесь Otherwise Brewery, а это, собственно, пивоварня, которая собственное пиво продает. Мы по Сан-Франциско, в котором, еще раз, меньше ляма человек живет, нашли штук 6 разных пивоварен на карте.
супер это уважаю, тоже там локальное производство. И вот мне тут так уютно и хорошо. Реально, вот то, что меньше миллиона человек в городе, делает это немного не для меня. То есть я вот в том этапе жизни, когда я хочу много херачить, чтобы у меня было много возможностей, чтобы у меня никогда не кончились магазины, бары, места, куда сходить, снять эти видосы, что-то найти, знакомство. Вот надо мной люди ржут, что я снимаю во время вечера, когда пью пиво. А, блядь, надо работать! Но как просто место для жизни, это, по-моему, просто идеально. Мне звонили из Киева. Звонили из Катманду. Чиликс, дай бутылочку. Звонили с открытия пленума. Я сказал, что я не приду. Нужно выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово. И сейчас под самый конец, груженный, как видите, под завязку, я решил довериться местному метро по дороге в аэропорт, так как здесь трафик ужасный, и можно очень надолго встать в пробку в такси за 50 баксов. Мне ни того, ни другого очень не хочется, но я уже вижу, что у поезда дилей, то есть задержка, 10 минут. Если меня сейчас и это метро подъебет, это может быть фатально. Здесь была та же система с Apple PM, но на этот раз она сработала. Я сижу на своей станции, смотрю на поезда. Вроде как через 7 минут будет мой. Другой будет через 27, поэтому я очень надеюсь, что первый придет вовремя. Станция называется Имбаркадеро. Прикольно. Слушайте, по итогу на метро я доехал отлично, ставлю лайк, но тут тоже цена за поездку каждый раз разная, и каждый раз по-разному оно списывается у вас с карты, которая у вас находится внутри Apple Wallet, то есть с виртуальной картой внутри вашего телефона, и до аэропорта я доехал за 10 баксов, что по сути, если расценивать это как Аэроэкспресс, то это охеренно, но с другой стороны, это поездка в метро длиной типа... 30-40 минут. И за метро 30-40 минут это хуёво. Я подозреваю, что многие люди ездят не в аэропорт на такие расстояния по Сан-Франциско, и тогда это, конечно, дорого. И, товарищи, сейчас вы видите, как выглядела моя дорога из аэропорта уже в Нью-Йорке, и я, честно, испытывал какие-то смешанные ощущения от возвращения в Нью-Йорк. С одной стороны, я понимал, что я наконец-то смогу на своей кровати поспать, отдохнуть и все такое, и все-таки люблю я этот город, но, знаете, не до одурения. То есть да, это восхитительное место, которое навсегда останется в моей памяти. Я снимаю уже какой-то 6-й, 7-й выпуск УЙО про Нью-Йорк, и вы продолжаете их смотреть, интересоваться. У меня до сих пор есть что рассказать про этот город еще на много эпизодов вперед, и я не могу представить другого места на планете, которое настолько же многогранно и столько же интересного в себя включает. Но утомляет ли его бешеный темп и вообще вездесущее сумасшествие? Ну да. Так что, товарищи, идеальных мест не бывает, но чтобы найти не идеальное место, которое для вас будет самым лучшим, нужно точно посетить их как можно больше.